Последствия оползня в Аркадии не ликвидированы. Опасный участок дороги и склона не огражден, и по нему ежедневно проходят люди. Проезжают грузовики к стройкам. Кроме того, местные жители заметили, что котлован незаконно заполняют мусором. В домах и асфальте каждый день появляются новые трещины. По ночам слышно, как от сползающего склона оседает жилище, рассказывает Андрей. Его дом стоит прямо над пропастью. Появившийся от оползня котлован строители пытаются засыпать мусором. Мужчина уверен, это может привести к новым обвалам. Когда творится такой бардак, управление инженерной защиты должно вызвать сюда эксперта. Эксперт должен приехать на место, зафиксировать, что склон режут незаконно, без декларации, без разрешения. После этого вызывается полиция, все это фиксируется. Но в управлении инженерной защиты нам говорят, вызывайте вы полицию. Так может мы тогда сами будем городской головой? Зачем нам власть тогда? Я вообще не понимаю. На место происшествия выехала полиция. Как выяснилось, укрепить склон попытались представители соседней стройки, куда ведет разбитая дорога. Это совсем другое юридическое или физическое лицо, которое просто само изъявило желание засыпать этот котлован. Опасаются того, что дорога совсем опасно ездить, то есть ездит большегрузная техника, и ихняя стройка тоже может от этого пострадать, и люди могут пострадать, поэтому они засыпают ее. Между тем, недовольные стройкой местные жители собираются писать заявление в прокуратуру. Причина – бездействие городских властей. Юлия Долгонюк, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.